Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Волоконцев. Я хочу пригласить вас на свой астрологический интенсив «Юпитер в знаке Стрельца». Он состоится 8 ноября вечером, точно в тот день, когда планета удачи перемещается в самую сильную позицию на небе. Юпитер провел довольно сложный год, и мы вместе с ним, 2018 год, в знаке Скорпиона. Первую часть вебинара мы будем разбираться с тем, какие плюсы, минусы мы получили при Юпитере в Скорпионе. Вторая часть вебинара будет посвящена Юпитеру в Стрельце, тому, как получить максимальную удачу в этом самом сильном знаке, как избежать заносов. Это будет полноценная интенсивная инструкция по применению. Соответственно, мы сможем с вами или развить свой успех, который получили в 2018 году, либо восстановить позиции, если вдруг 2018 год для вас прошел тяжело. Разговор о Юпитере – это всегда разговор о возможностях, это всегда разговор о планете богатства, это всегда разговор о новом развитии, о счастливых событиях нашей с вами жизни. После сложного лета, сложной осени, которую мы пережили, разговор о счастливых событиях – это очень важная волна позитива. И мы с вами должны почувствовать этот позитив уже с 8 ноября. Конечно, вебинар посвящен астрологам, и мы приглашаем астрологов, но также это занятие для всех интересующихся астрологией, для широкого круга любителей. Поэтому, если вы знакомы со знаками зодиака, с планетами, можете уже присоединяться. В процессе вебинара я буду отвечать на все вопросы. Это будет 2,5 часа интенсивного профессионального разговора о планете удачи, о том, что она несет каждому знаку зодиака, что сделать для того, чтобы эффект позитива был максимальный и для того, чтобы избежать возможных неприятностей. Приходите на вебинар, буду ждать вас, уверен, что мы великолепно позанимаемся и вебинар будет для вас полезен. Удачи, до встречи всем, пока.